представляете фигуры? Фестивальная спортивная программа была выбрана для того, чтобы инвалиды могли попробовать себя в нескольких видах спорта, таких как бильярд, шашки, шахматы, дартс. Около 13 жителей района разных возрастов с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в соревнованиях. Разрешите вас поздравить сегодня со спортивным праздником, со спортивным фестивалем, пожелать вам всем крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, чтобы вы всегда чаще встречались, чаще общались. Все они состоят в Куйоргазинской районной организации инвалидов. Каждый показал свои спортивные навыки и умения, и даже моменты неудач и проигрышей не сумели испортить дружескую атмосферу состязаний. На следующий день после соревнований состоялась торжественная церемония награждения участников. Они получили грамоты, медали и ценные призы.